Шестой пленум Совета Брестского областного объединения профсоюзов собрал в одном зале всех тех, кому не безразлична судьба людей, работающих на предприятиях региона, кто может и готов отстаивать их права и интересы. На повестке дня ряд вопросов, актуальных не только для организации, но и в целом для республики. В 2019-м в стране пройдет избирательная кампания, активное участие в которой примет и профсоюзное представительство. Состоялись пленумы отраслевых профсоюзов республиканских, где 48 представителей Брестской области от профсоюзов Брестской области выдвинуты в окружные 16 окружных комиссий и в областную избирательную комиссию. 104 новые первички были созданы в области с начала 2019 года. Это значит, что на предприятиях и в коллективах люди осознают, в чем для них выгодно такое сотрудничество. Да, не всегда бывает просто, но те, кто смог наладить взаимодействие, теперь об этом нисколько не жалеют. Об этом говорит и тот факт, что почти 3000 коллективных договоров действуют в области. Люди защищены и при необходимости могут рассчитывать на поддержку профсоюзов. Если точно, 2959 коллективных договоров действуют сейчас в трудовых коллективах Брестской области. Это более 95% от коллективов, где есть профсоюзная организация. Поэтому мы считаем, что это достаточно значительное достижение наше. И мы добиваемся того, чтобы в каждом коллективном договоре социальный пакет максимальный был, максимально соответствовал нашему областному соглашению, естественно, и отраслевым и генеральному соглашению. Но не только трудящиеся в центре внимания профсоюзов. К новому учебному году лидеры областной, городских и районных первичек проводили благотворительные акции, в рамках которых смогли помочь малообеспеченным родителям подготовить их чад к новому учебному году.